покажете ребенку, будет интересно. Рассказывайте вообще своим детям о правилах поведения в лесу, как вам наш лес? Вы часто ходите на лес? А насколько чистый он или нет? Насколько чистый? Как убирают чистый, но люди бывают разные, поэтому чистота не всегда есть. А хотелось бы, чтобы было чисто? Конечно. А сами помогали бы вот в такие акции, например, или субботники? Наверное,